Всем привет! Заметили ли вы, что этим летом крайне сильно популярны видео, где кто-то или что-то управляют блогерами? Я сама снимала такие видео, мне они очень нравятся, и вам, судя по всему, они тоже нравятся очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно. Сегодня я и моя подруга Рина решили пойти дальше. Мы снимаем для вас видео «Блогеры управляют нашим макияжем». Обязательно после просмотра этого видео посмотрите видео на канале Рины. Напишите после просмотра моего видео и ее, чье вам творчество больше понравилось. Но не буду вас долго томить всеми этими вступлениями. Давайте-ка подпишитесь на мой канал лучше пока. Тык, включите себе уведомления о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А, меня, кстати, Лиса зовут. И приступим. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. У меня на лице уже есть тональник, и теперь на тональник я хочу делать какое-то контурирование. И контурирование мне будет выбирать Рина. Хочу, чтобы ты сделала супер жесткий контуринг, прям как у Кардашьян, и сделала себе типа курносый нос и очень-очень узкий. А все остальное как у Кардашьян. I dare you. Зачем? У меня есть двухцветный контурирующий вот такой вот стик. Сейчас буду наносить по этой вот схеме, которую нашла в интернете у Ким. Так, чтобы сделать курносый нос, вот эту зону мы затемняем. Здесь рисуем вот такую вот штукенцию. Теперь в ход идет усветляющая сторона нашего контурирующего стика. Но вы знаете, у меня единственное появилось желание, это прям вот сейчас все припудрить, поэтому я сейчас все припудрю. Кстати, смотрите, какая у меня кисть. Там плавают блески, и это просто не, смотрите, я могу вообще залипать долго-долго на эту кисть. Она офигенная, это от Lime Crime. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Так, брови мне будет выбирать Наташа Берсик. Ага, давайте посмотрим, что она напридумала. Я хочу, чтобы ты накрасила брови в виде хвоста рыбки. Я изучила последние бьюти-тренды по бровям в Инстаграме. И вот этот показался мне не только трешовым, но и красивым. Мне очень интересно, как у тебя получится. Дерзай. Интересно это выглядит. Давайте попробуем повторить. Ё-моё. Блин, я даже не понимаю, каким средством нужно рисовать эти брови. Наверное, нужно воспользоваться для начала карандашом и дорисовать их как-то так. Мне кажется, это похоже не на русалку, а на дьявола какого-то. На очень печального дьявола, потому что непечальный дьявол такое себе на лице никогда не нарисует, будучи в своем уме. Да русалка я! Кончайте, девочки, кончайте со мной. Ну, что скажете про сей макияж бровей? Это хорошо или это плохо, или вы воздержитесь от ответа, потому что стыдно? Что ж, как думаете, вот сейчас я дальше буду делать глаза. Кто будет выбирать макияж моих именно глаз, именно век? Катя Тян. Лиса, я хочу, чтобы ты накрасила глаза вот так. Лиса, я хочу, чтобы ты накрасила глаза вот так. Лиса, я хочу, чтобы ты накрасила глаза вот так. Лиса, я хочу, чтобы ты накрасила глаза вот так. Знаете, есть проблема. У меня нету черных матовых теней. Поэтому давайте я, короче, возьму супер темно-коричневые тени. Не, здесь полюбас нужен скотч. Нет, со скотчем это делать тоже ужасно неудобно. Как это вообще делать? Ребята, это очень сложно. Кажется, реально легко, знаете. Я даже подумала, что сейчас скотчем сделаю, за 2 секунды проведу линию и все. Но нифига, вообще нифига. Блин, я уже чувствую, что я не смогу эту штуку повторить, поэтому сейчас я сделаю, как сделаю, а потом я думаю, что я растушую. Это настолько плохо, что тебе даже не может быть за это стыдно, потому что это просто ужас. Это ужас. Это, вы знаете, это как стыдить маленького ребенка, там, не знаю, 2-3-летнего, который нарисовал тебе картинку, и пытаться как-то ему сказать, что, ну, чувак, слабовато как-то по пропорциям, этот человек не очень похож на человека, он больше похож на какой-то бездомный огурец. Так, вот, короче, не надо меня ругать, Катя, очень извиняюсь, но я не справилась с твоим заданием. А оно еще не растушевывается, оно не растушевывается. Так, ладно, я ставлю вот такой вот уголок, и на втором глазу тоже такой же уголок сделаю. До меня только что дошло, что я похожа на Гаару сейчас. Ну, в плане, что она очень всратый косплеит на Гаару.
Очень срато. Мне даже стыдно делать то, что я сейчас делаю, осознавая этот факт. Так нельзя издеваться. Я, честно, пыталась исправить ситуацию хоть как-то, но у меня ничего не получилось, поэтому я теперь мечтаю скорее тушь намазать. Нет, это точно макияж печального демона. Очень печального демона. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Теперь это выглядит хотя бы оправданно. Фак, я думала, будет не видно. Теперь нужны стрелки. Стрелки будет тельняшка делать. Но я верю, что тельняшка сейчас нам все очень клево организует. Так, где там? Тилька, 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 ага. Так вот, Лисунька, я хочу, чтобы ты сделала это. А что? Следующая история. Что ж, двойные черно-белые стрелки, в теории я представляю, что могут даже вытянуть как-то вот это вот. Слушайте, если честно, да, мне кажется, что эта белая подводка спасла ситуацию, теперь это выглядит, ну, реально прикольно выглядит. Сейчас, наверное, нужно будет еще делать черную обводку сверху. Вот это может быть очень сложно, потому что, мне кажется, я сейчас немножко все испорчу, но попробуем, что? В любом случае, вариантов-то нету. Если честно, то мне реально становится уже даже интересно и нравится. Да, весьма любопытно, когда этот макияж будет полностью готов, найдутся ли люди, которым он понравится. На самом деле понравится, которые скажут, что мне, в принципе, даже неплохо. Блин, за окном собака лает. Уж что-то у этой собаки, окажись, там случилось. Орет, 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 орет. Гав, 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 гав. Я больше не могу. Психанула. Бывает. Извините. Гав. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Так, теперь, прежде чем румяна уже наносить, смотреть, какой блогер будет дальше надо мной изгуляться, надо доделать макияж Ким Кардашьян, то есть этот вот ее контуринг. У нее здесь бейкинг, так что сейчас его и нанесу. Так, пока бейкинг подсыхать, сделаем румяна, а потом хайлайт, наш самый любимый, потому что он заставляет нас сиять. Так вот, значит, румяна. Румяна мне выбирает Аня Портер. Сейчас посмотрим, что она мне выберет. Лиса, я хочу, чтобы ты накрасила румяна таким образом, чтобы они на твоих щеках образовали сердечки. Румяна-сердечки. Чем, интересно, они нарисованы, эти румяна-сердечки? Сухими румянами или все-таки кремовыми? Интересно. Ладно, попробуем для начала сухими, потом, если не пойдет, сделаю кремовые. Так, румяна трешечки я сделала. Честно скажу, вживую выглядят они очень нежно и очень симпатично, но на камеру они как будто выглядят немножко убого. Вот, но я первый раз в жизни делала эти румяна трешечки, поэтому я думаю, ничего страшного не получилось у нас. В принципе, на фоне общего макияжа это даже нормальная деталь. Теперь нам нужно сделать хайлайтер. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. И хайлайтер пусть выбирает Карина Аркелян. Сейчас посмотрим, что она выберет. Лиса, большой тебе привет. Я очень хочу, чтобы ты использовала самый яркий и насыщенный хайлайтер из всех тех, что у тебя есть. Хорошего снятия видео. Какая-то милашка. Так, значит, самый яркий хайлайтер из всех, которые у меня есть, это, очевидно, вот этот. Ну, сейчас я его нанесу на лицо, здесь никакой проблемы не будет. Только сначала кисточку возьму. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Так, и заключительный элемент – это макияж губ. А губ-макияж будет выбирать мне Маша Маева, моя вайфу. Я слышала, там лисы управляют блогеры, я тоже хочу. И хочу, чтобы ты сделала вот такой макияж. Теперь мучайся. Я не уверена, что хочу продолжать снимать это видео. Я не уверена, что я хочу его монтировать. Я не уверена, что я его выложу. Я не Ирина. Я не делаю повторения инстаграм макияжа губ. Что это? Как? В общем, сейчас я постараюсь реально это повторить, но я не уверена, что у меня получится даже на 5% это сделать, потому что я не представляю, как это делать. Но я думаю, что нужно для начала губы закрасить тоналкой. Из интересного, кроме того, что происходит с моими губами, хочу отметить, что наносить тени на губы очень приятно. Ну,
Нет, вот знаете, вот в самом начале я сказала, что это макияж печального демона. Я никогда не была так права. Опять-таки говорю, ребят, я вообще не спец в этом, я не визажист, я никогда в жизни не проходила курс какого-то визажа. Поэтому все, что я сейчас делаю, конечно, понимаешь, выглядит максимально ужасно, но я реально стараюсь сделать, правда стараюсь. Я уверена, что если у вас навыки такие же, как у меня, то есть, ну, чуть лучше, чем никакие, у вас тоже возникнут очень большие трудности, как бы вы ни старались. Но, тем не менее, пожелайте мне удачи. Знаете, я также снимала видео, где моим макияжем управлял как мой кот, так и моя собака. Посмотрите те видео и потом напишите, кто лучше управляет макияжем, животные или блогеры. Хорошо. А я просто пойду.